Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в игру Ори и Слепой Лес. Я давно хотел в нее поиграть, и вот наконец-то позволил себе это сделать. Надеюсь, вам понравится. Вперед! Та ночь навсегда останется в нашей памяти. Ночь величайшей бури, ночь, когда исчез Ори. Что-то мне подсказывает, что эта игра будет не хуже, чем новелла «Ласточкино гнездо». Оу-е, животик Бобо! У кого-то животик Бобо. Оу-е, тик-тис бейби, тик-тис бейби. Да. Оу! Первое препятствие, что же делать? Наверное, подпрыгнуть своим животиком. Надо заканчивать с пирожками на ночь. И вместе с Нару ушел мой свет. Тицукабай! Словно брошенное дитя. Что это за белый бесенок? Свет божий. Сдается мне, ест виноград или что это такое? Все разбросано, не убрано, но все равно очень уютная пещерка. Где же Мишки Гамми? Где же Мишки Гамми? Привет, толстый брат! Сейчас повалится Мишки Гамми! Нет, это всего лишь слива или что такое? Крест он поставил на дереве, означает это может быть то, что все ягоды и сливы поедены, или чего он там кушал. Ну вот это был паркур, вы видали, вот это был настоящий паркур. Тебе дальше, смотри же, там целые заросли этого желтого, чего бы ты там не кушал. Я построю мост, конечно же вместе с тобой, мой белый друг. А это типа черный друг. Теперь они очень рады, и все у них теперь шелкопрядно. Они просто строят паркур, понял. Они добрались до этого места и удовольствие наедаются этих желтых оранжевых фруктов. Кажется, я набрал лишнего. Пойду сныкаю. В ту судьбоносную ночь. Я тырил, как всегда, фрукты. Какой-то дух поманил меня. Идти туда, где фруктов нету. Когда сами небеса пылали. Неужели эти небеса тоже хотят моих фруктов? Может, туда сюда бегать и раскачивать эту деревяшку? Нори не слышал мой зов. Я понял, они ставили крест на деревьях, и значит, они их объели дотла. У меня аж мурашки по всему телу побежали. Что же ты наделал? Прячемся в пещерку нашу. А он нес пещеру, типа фрукты свои. Что произошло?
Вся жизнь ушла отсюда? Неужели надежды не осталось? А что произошло? Конечно же, пускай первым пойдет черный. Это последняя Фруктина. Вау, весь лес умирает? Какое-то волшебное дерево загнулось, похоже. Извините за терминологию. Нет больше фруктов. Нет больше качелей. Никакого паркура по пятницам. Текло беспощадное время. Вода высохла. Деревья загнились. Отличное слово. О, есть чуть-чуть. А-ха! Жизнь становилась тленом. Ну все, белый друг, хана нам пришла. Скушай, давай. Когда лес не мог видеть, лес ослеп. Нет, угощайся. Нет, спасибо, я сыт, видишь, какой весь толстый. Веточка от дерева. Это круто. Дырочка в дереве. Извините. Я могу собрать еще и принести моему черному толстому другу-брату. Но надежда показалась вновь. Когда мы решили поделиться с нашим другом. Что? Он сдох. Ой, извините, он умер. Я успею. Я успею принести этих фруктов для него. Я вспоминаю, как мы тут резвились. Какой он был добрый. Мы с ним были друзья, строили мосты. Плотики. Паркур. Я спотыкаюсь. Что за пауки на переднем плане? Фу. Давай. Давай! Беги, белый брат! Беги! О, видать, уже поздно. Я принес, на, кушай. Я принес. Эй, Нори. Иринару. Как там тебя зовут? Я до сих пор не знаю твоего имени. Ну, пожалуйста, двигайся. Ты такой толстый, ну почему ты умер? Тебе же столько жира. Может быть, он питался красотой леса? И снова сирота! Ой, как же все печальненько. Без единой причины остаться. В поисках моего света. Все верно? Свет дерева. Божественного. Слабый, хрупкий. Живи, Ори. Шактек. Когда лишь тишина была ответом на мольбы. Фу, ну и растения здесь уже, надо сказать, колючки какие-то. И казалось, надежда угасла совсем.
когда мой малыш совсем ослаб. Он нашел бревно, похожее на ящерицу. Это подбодрило его. Нет, не подбодрило. Совсем ослаб. Малыш. И испустил последний вздох. Короткая игра оказалась. Начала возрождаться земля, лес. От его смерти или от возвращения дерева? Вау, вот это эпик! Мой свет оживил Лори. И зажглась заря новой эры. Путешествие начинается. Тыры-пыры. Правда, мы теперь ангел, да? Туда мы не побежим. Там много колючек. Там не круто. А здесь хорошо. Вау! Вот это паркур. Что вы удерживаете? Space. Для прыжка. Нижние трясины. Вау. Оу. Какая фигня колючая. Не допрыгнул. Что ж это такое, старость-то? А что там внизу? А, удерживайте S и нажмите Space, чтобы перепрыгнуть с платформы на платформу. Гениально. Вау, мы что-то открыли. Вы нашли маленький сосуд с духовным светом. Духовный свет добавлен в ваше дырку. Найдите другие сосуды с духовным светом, чтобы быстро набрать очки умений. Вау. Звучит круто. Да? Ясно. У нас есть карта. Прикольно. Что вот это такое за говнючки-колючки? По-моему, это не крутая вещь. Да, это все еще не крутая вещь. Где мы возродимся? В самом начале. Господи, я столько прошел! Как можно было потерять все? Ладно. Все еще нижние трясины. Блин, эти колючки совсем не найс. Сейчас кто-то умрет. Три удара и джекпот. Пойдем сюда. Ага, здесь опять колючки. Вау! Кувырок назад! Вау! Ладно, значит, нам только вниз пока. Пока мы не освоили двойной прыжок. Да, да. Вау! Бум! Туда не пройти, значит, только налево. Что это за воняющее бревнышко? Ничего страшного. Это был легкий паркур. А ты хорошая? Не знаю. Ты хорошая? Да, ты хорошая. Она восстанавливает на жизнь. Вы нашли осколок жизни. Соберите их, чтобы восстановить жизненную силу. Нормально. Это мне напоминает... Так, а это что за... Вы нашли ячейку энергии. Максимальный запас энергии возрос. Помните, что при помощи энергии можно создать духовные связи и сохранить игру. Вау. Е, чтобы духовную связь? Игра сохранена. Понял. Очень забавно, на самом деле. Грибы, вот тоже забавно. Что за фофик? Эй, ты грибной, ай! What the f... Я не зря тут сохранил, создатели. Не зря. Не зря. Побежали, просто будем убегать. А, нам убегать нельзя. Опа. Опа. Очень было круто, конечно. Умирать-то вообще капец как интересно.
как его вообще бить-то? Ведь я ж как бы-то и не знаю. О, понятно. Обманул дурака на 4 кулака, и он... Вы дошли до комнаты снес, заполните, вы получите очко мини. Отлично. Нам бы очко не помешало. Особенно умений. Еще какие-нибудь есть? Жуки, пауки. В самой чаще леса Ори нашел. Утерянная. Крошечный свет. Мы взяли крошечный свет. Моя сила возвращается. Я Сейн. Свет и глаза древа духов. Когда оно ослабило объятия, я потерялся в лощине. Возьми же меня с собой, и я буду указывать тебе путь. Замри, ты слышишь? Они, должно быть, следовали за тобой. Кто? Фу, фу, фу! Несколько раз нажмите, чтобы применить духовное пламя. Вау! Куда бежать? Что за монстр? О, ладно. Вот там был... Вы получили очко умений. Создайте духовную связь и нажмите, чтобы получить доступ к дереву умений. Отлично. Так. Дерево умений. Да нифига себе! Крутяк. Это глаз Саурона. Знаете, я не знаю, какое здесь нужно прокачивать умение. Прокачаю-ка... Духовное зажечь вновь. Они все такие прекрасные и прекрасные, что... Хрен знает вообще, что выбрать. Зажечь вновь позволяет повторно использовать духовную связь, сокращая время перезарядки. Да-т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 а. Это не проблема, твои куски гниющей слизи. Это вообще ничто. Ты вообще кто такой? Обезьян какой-то. Их свет вернется ко мне... Так однажды сказала Древо Духов. Мы найдем его в роще за пещерами. Впереди есть тропа. Верхние трясины. Телепортация. Да? Найдите Древо Духов. Ну нифигашушки! Круто. Так, карта меняется. Сейчас будем прыгать обратно того кабана. А, уже не надо... заваливать кабана, потому что... Эй! Вот-вот-вот, вот оно-то в чем дело. Раньше были добрыми вот эти штучки висели, а теперь стали злыми. Очень подозрительно. Зато мы не можем кусты ломать, очищать, так сказать, весь лес. От скверны. И житуху себе восстанавливать, и то есть... Оу! Да мы утонули. Нет, мы не утонули. Мы утонули. Да ты еще стреляешься, да? Пушистый мой друг. Точнее, не пушистый, а колючий. Не дали утонуть. А драгоценным желтым фигнулькам. А, вот оно что. Вот оно что. Прыгать выше, вот так отсюда выбираются. А здесь слизь какая-то просто инопланетная. А что за портал? Давай-ка, расскажи мне. Колодцы духов были построены в незапамятные времена и соединены между собой корнями древа духов. Если устанешь, подпитайся силой от их света. Что? Нажмите, чтобы подпитаться. Давай. Активация, трансформация, бубльгум. Дух готов, отлично. Как туда добраться? Можно ли туда-то как-то добраться? О, мои хороши! Ох, мои хороши, хочу я вам сказать. Что это такое висит там? Сейчас все узнаем. Слизь долой, из сердца вон. Что это было? Вы получили очко умения. Ну ничего себе, если бы я каждый раз получал так очко. У меня бы разнесло всего. Так, куда нам потратить наше очко?
Восстановление. Создание источника духовности восстанавливает одну ячейку жизни. Что? Какое пламя? Куда гляжу? Чего хочу? А, пофиг. Восстановление. На тебе, бубльгум. А-а-а! Фу. Похоже. А, брать предметы? Реально? Ну ничего себе, вообще супер-пупер. Что ты? Зловонная, а как всегда, моя любимая штука зловонная. Вау! Врата духов перекрывают нам путь. Их выстроили для защиты еще до эпохи распада. Каменные ключи должны быть неподалеку, на пути к древу духов. Мы должны миновать пещеры духов, что лежат за этими воротами. Вот так вселенная, вот так чудеса. Не открывается что-то. Наверное, потому что нужен ключ, который мы видели вот тут неподалеку где-то. А, вот тут можно пройти и ключик подобрать. Вот он. Ключик! Вы нашли каменный ключик! Давай-ка потащим сюда, потащим, попрыгаем там. Чё, зря, что ли, как бы паркур сделали тут нам. Вот, да ещё раз такая штука. Бомбится, просто отлетается во все стороны. Бомбится, штука бомбится. Ещё один ключ? Два ключа, а сколько надо? Может, два ключа будет достаточно? Я же говорил. Дверь открывается, следующая остановка. Ваша нездоровая психика. Хороший лес, хороший. А это что за чудо-юдо? Вы нашли осколок энергии. Осколки энергии восполняют силу ячейки энергии Ории. Пещера духов верхней трясины. Отличное место. Понятно, это просто указатель, ничего такого. Ух ты, блиндер! Какой ты активный. Соберем вот это вот барахлишко. Да-да-да-да-да-да-да. Пещеры духа. Правда, нам сюда не надо, но какая разница. Ага. Бам-бам-бам, опять нужно ключики собирать. Здесь куча всякой живности. Нормально себе жило, покуда мы не пришли. И не решили, так сказать, очистить лес от этой всей скверны. Ты что вообще? Нормальное существо. Это какой-то просто OP. Куда бежать? Чего глотать? Сюда пойдем. Все ниже и ниже и ниже держал свой путь маленький белый зверек, покуда не нашел сломанное хрен знает что. Ори, это каменная карта, один из древних указателей, предназначенных составлять карту лес... Небель? Леса Небель. Не хватает одного куска. Найди фрагмент каменной карты, сможешь его починить. А вот и он, наверное. Фрагмент. Окей. Фрагмент. Чего? Еще надо? А, фрагмент. Нужно такой желтый найти фрагмент. А это мы нашли ключ от двери. Ну ничего себе здесь вообще запара какая. Я думал, беги себе налево, направо. Духовная связь готова опять. Мало духовной связи не бывает. Куда мы вообще прёмся? А, то есть, типа, можно сейв сделать, наверное. Давайте сделаем. Окей. Ты хотел просто... застать врасплох.
Игра такая доброжелательная, как Король и Лев прямо. Были те, кто питали надежду. Привет, друг! Что с тобой? Ты тоже загнулся, как и я? Когда она терзала и убивала... Кто она? Свет Древа Духов живет во всех нас. Он дарует нам жизнь, он питает наш рост. Когда он воззвал к тебе, много лет спустя враг преследовал, истязал и убивал нас. Теперь остались только эти древа предков. Выходи и почувствуй свет духа Фила внутри него. Маленький дух света. Да, можно поглотить. Окей. Вы освоили прыжок на стену. Чтобы использовать это умение, используйте... Бля-бля, отлично. Что мы не знаем, что такое прыжок на стену? Первый день как будто здесь. И ячейку энергии. Красота. Музыка в стиле барокко. Шипы в стиле БДСМ. Все твари, правда, восстанавливаются обратно, ну пофиг. Еще чуть-чуть, и у нас будет еще одно очко. Дашь нам очко? Выдавай нам очко. Бух. Что здесь такое? Ага, значит, нужно здесь и другие деревья прокачивать. Нитки, так что будем прокачивать иголки и духовное притяжение. Давайте вот это. Шкала показывает цвета. Поглоти, Ори. Поглоти еще, чтобы получить очко умения. Хорошо. Хорошо. У меня, надеюсь, башка не взорвется от того, чтобы помнить все эти очки духовного и недуховного. Опа! Да ты не так прост. Нет, ты прост, как компост. Вот ты не прост. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Хорошо, отвали. Вон там желтая фигня, которой нам надо было так долго, как говорится, добраться. Ага, сверху, значит. Чтоб починить там какой-то колодец. Пауки! Убегаем, убегаем, стреляем, убегаем. О, это было легко. Неужели какой-то паркур? Возможно. Итак, что-то подсказывает мне, что надо будет тащить вот это с собой. Ап-ап! Нет, я же не тот, который умирает. Я же прошел гвакамоле! Меня так просто, как говорится, не за это. Не затроллишь какими-то корешками на деревьях. Или затроллишь, ладно, не затроллишь. Пошли, камушек. Я успею, я успею, я успело. О, мы нашли рычаг. Рычаг опустился. О, вот это пазл. Что происходит? Просто какое-то убиение. Вот мы нашли наконец-то этот. Найден фрагмент каменной карты. Принесите каменной карты, чтобы открыть каменную карту. Ла-ла-ла-пам. Все очень логично. Па-та-па-та-па-пам-пам. Духовная связь готова. Кто-то приготовил духовную связь. Вау, вау. А по-моему, там внизу эта фигня. В смысле, колодец божественный. Да-да, вот он. Мы вставили фрагмент и открыли полкарты. Ну, прекрасно. Прекрасненько.
На этом, друзья, я закончу первый эпизод Ори и Слепой лес. Если вам понравилось, оставляйте лайки. Это для меня показатель того, нравится вам или нет. Хотите вы смотреть или нет. Мне очень приятно было играть в эту игру. Она действительно простая и добрая. Хотя, может быть, простая только пока. Итак, спасибо, что смотрели. Пока-пока. И пока!